Короче, ребята, сейчас будет такой кадр. Просто вы офигеете. Ехав сюда, я не знал, кому мы клип снимаем. Она меня застает, я спала, она такая, давай танцевать трек, давай танцевать трек. Увидела вас по видео, а теперь увидела вживую и зарядилась вашей энергией. Краситься — это настоящее дело мужиков, я считаю. Вот если ты не красился ни разу в жизни, ты не мужик. Уже примерно день 10 съемок. Все, бро, снимаем. Падает снежинка, и начинается вечеринка. Падает снежинка, пусть между нами растает льдинка. Ноги начинают плавиться, мама, я хочу расслабиться. А всем приветики, вот у меня одна накрашенная бровь, но это не важно. Сюда, и все, слов больше не нужно. Пойдем. Да, это наша гримерка семьи. Короче, все ребята будут отдельно, а мы типа звезды. Ладно, на самом деле это очень смешно, мне просто первый раз так встречают. Вот. Мия уже красивая, готовая, посмотрите. Вот, смотрите, просто. Привет, я тоже тут. Мажьте руки антисептиком. Всем привет, тиктокеры! Я вам завидую, вы, наверное, большинство из вас сейчас лежит в кровати, либо на кресле, смотрит, а я такой в 7 утра, что поделать, не спать, и такой заходит режиссер и такой, нужен мальчик, чтобы сниматься, и, конечно, кого отправят сниматься? Конечно же, Климтока, потому что Климток мужик, он все выдержит. Краситься – это настоящее дело мужиков, я считаю, вот если ты не красился ни разу в жизни, ты не мужик, надо краситься. Шот. Селфи не дает нормально поделать. Падает снежинка, пусть между нами растает льдинка. Аня, ну ты где? Ты только уже почти все выставил. Мы готовы снимать. Что? Какой лимузин? Мия, Мия, подарки ждут. Все, мне пора идти, давай, ждем. Падает снежинка, и начинается вечеринка. Падает снежинка, пусть между нами растает льдинка. Ноги начинают плавиться, мама, я хочу. Мне так приятно, когда по моему лицу водят кисточкой. Я прям, знаешь, я чувствую, что меня начинали чухать. Надо приходить на съемки, потому что там меня и погладят. Ну, когда будут красить, и Лейла почухает мне голову. И я такой сижу, думаю, ладно, не зря я встал в 6 утра. Заходите. Мы пытались поспать 2 часа, но ничего не получилось. Мы просто все сидели и смеялись. Сейчас идем снимать видосы для ТикТока. Мани-мани! Я дыркавый ножей! Всем здравствуйте, дорогие друзья! У нас продолжаются съемки клипа. Мы уже здесь 2 часа, но так ничего еще и не сняли. Зато мы шо? Мне кажется, Мия вот отсюда выходить никогда не будет. Я что, не прихожу, она сидит здесь. Клип будет супер красивый, новогодний. Короче, падает снежинка и начинается вечеринка. Вот у нас будет начинаться вечеринка. Я, блин, с этими сборами вся вспотела. У меня подмышки пахнут. А что мне делать? Вот так. Не вставляйте это в монтаж. Ноги начинают плавиться, мама, я хочу расслабиться. Его руки ко мне тянутся, руки ко мне тянутся. Давай, давай, капканица. Всем передаю привет. Мы сейчас будем с вами красивыми. Это моя подружка, вот она у меня. Пойдемте танцевать! Она меня застает, я спала, она такая, давай танцевать тренды, давай танцевать тренды! Пойдем танцевать тренды, все, всем танцевального настроения. О, привет, подписчики, ты меня я вас люблю! Я бы, нет, лучше... Привет! Ее уже накрасили, меня нет. Я всегда красивая. Всем удачи, всем добра, сегодня снимаем клип. Ну, я вам не скажу, какой. Я хотя, готов. Это бэкстейдж, вы уже знаете, что это за клип. Но не важно, я еще сама не знаю. Вот мы сделали эти стрелочки. Извините. Как обычно. Стрелочки по цвету волос. Как обычно говорю. Как обычно, я всегда говорю. Закрываю тебя перед камерой. Я никогда так не делаю, если честно. Посмотрите, просто на меня надели вот такие штаны. Я такие очень люблю. Вот такие штаны мне надели. О, вместе сегодня спали вместе. Вот, они очень некомфортные, но ради Анькиного клипа я готова пожертвовать даже своим комфортом. А, господи, я не сползу. Весь эфир будет твой.
применит. Вызвал на дуэль, хлопнула бандит. Мои треки, как SpaceX, летят на орбиту. Ты хотел билетик, лавочка закрыта. Падает снежинка, и начинается вечеринка. Падает снежинка, пусть между нами растает динка. Ноги начинают. Она умеет танцевать, а я нет. А я ее научу. Меня научит, говорит. Она не знает, какой я день. Сейчас, раз. Давай, давай. Раз. Молодец. Два. Раз. И... Забыла я... Привет, подписчики! А, я обманул, это я был. Вот, вот так у него рот работает. И нами так же управляет, мы ничего сами не говорим. Снова слышишь этот звон, заряжает весь помол. Прыгаем в розовый лимузин. Я королева, ты мой дельфин. Больше не будешь гулять один. Мия Афродит, я в режиме нит. Вызвал на дуэль, хлопнула бандит. Мои треки, как SpaceX, летят на орбиту. Ты хотел билет. Честно сказать, я не знал, куда я еду, я опоздал. Ехал сюда, я не знал, кому мы клип снимаем. А потом узнал, круто. Хочу есть. Да, мы хотим кушать. Пойду поем. Мы каждый день почти снимаем клипы кому-то из наших ребят. Я понимаю, я просто в шоке вообще. В общем, Dream Team, хочу вам сказать, вы реально крутые ребята. Я со многими была не знакома, но видела вас по видео, а теперь увидела вживую и зарядилась вашей энергией. Спасибо, что приняли участие в моем клипе. Но это все скучно, да? В общем, прикольно, да, снимаем клип, у нас тут что-то происходит. Даже вот посмотрите, вот на гномиков, это уже увидев их, можно понять, что... Вообще, короче, вышла ситуация из-под контроля, конкретно. Падает снежинка, пусть между нами растает льдинка. Ноги начинают плавиться. Мама, я хочу расслабиться. Коля затащил этот кадр, он не ожидал, что его было очень натурально. Он встает такой, говорит, я считаю, это было натурально, говорит. В общем, мы сняли с этого дубля. Профессионалы. А я тут немножко подредактировали. Ставьте лайк, если вам нравится мой образ. И вообще весь клип, и вообще все, что мы тут делаем. Дел на плейбеке выглядит прям очень круто. Ты как? Я нормально. Но я не ожидал, что он так летит. Я прям упал по-настоящему. Есть у всех, это нормально, не нужно его стесняться. Можно его запудрить, и лицо гладкое не блестит. Пусть между нами растает льдинка. Ноги начинают плавиться. Мама, я хочу расслабиться. Его руки ко мне тянутся. Руки ко мне тянутся. Давай, давай, капканица. Ноги начинают плавиться. Мама, я хочу расслабиться. Лимузин реально офигенный, мне кажется, вообще это самая лучшая сцена. Или я про каждую так говорю. Кстати, вот теперь мы точно сняли половинку, я думаю. Все, бро, снимаем. Мы уже помяты, но продолжаем танцевать. На свиданку пригласи. До сих пор снимаешь. Спать не хочешь, ты есть не хочешь, ты домой не хочешь? Нет, ты же мой сладкий. Ну ладно, снимай. Мия Афродит. Я в режиме нет, вызвал на дуэль, хлопнула бандит. Мои треки как спасти. Короче, было круто, мы смотрели. Добрый вечер, а что это значит? Вот, все, это все, что мне есть сказать, потому что сейчас уже примерно день десятый съемок. Я уже не помню, как выглядит улица. Возможно, там уже весна. Ты вот. Шутишь, что ты любишь, что ли? Даешь интервью? Нет, я серьезно. Я рассказываю, сколько лет мы уже снимаем. Знаете, я снимаю уже около 2 лет. Я с самого начинания ТикТока. Я ветеран ТикТока. Я имею в виду этот клип. А, если насчет клипа, то мы снимаем где-то уже около
Ну вот 3 месяца, да. Реально 3 месяца. Мы Новый год пропустили. Не, вот мы. Черт! 2021! Еее! Год крысы или кого? Да, я не знаю. Короче, пофиг. Ладно. Блин, у меня день рождения прошел. Мне очень жаль, ты уже такая. За год ближе к смерти, это очень грустно. Вот, давай поговорим. Короче, ребята, сейчас будет такой кадр. Просто вы офигеете. Сейчас приедет Феррари, и Мия будет за рулем. Очень круто. Это вы офигеете, это очень красиво. Короче. Симпатично. Хочешь прикол? Чё? Закрой дверь и типа вообще ничего не услышишь. Давай, ребята. Мы как мыльный пузырёк, бок-бок, моё сердце, ё. Не, ну я всё равно даже слышала. Слышишь, да? Да, это типа специальная звукоизоляция в лимузине. Короче, время 12 часов ночи. О, я уже в рифмы заговорила. Всё, это клиника, пацаны, это клиника. Очень хочется спать, но ещё больше хочется доснять клип и сделать всё круто. Поэтому... работаем, пацаны. Снежинка, пусть между нами растает льдинка. Ноги начинают плавиться. Мама, я хочу расслабиться. Его руки ко мне тянутся. Руки ко мне тянутся. Давай, давай, катариться. Все, мы закончили съемки. Время 2 часа ночи. Мы это сделали, ура! Ура! Давайте катариться. Давай, давай, катариться. Пока!